27 июня, Одесса, час ночи, объявили воздушную тревогу. На Одесскую область, на Одессу летело две ракеты. Одно сбило ПВО, а другая ракета был прилет. И под Одессой попала в гражданскую инфраструктуру, частные дома. Пожар большой, вызваны все службы. Далее будет какая-то более точная информация, я сообщу. Подписывайтесь ко мне в телеграм-канал. Ссылочка ниже в описании под видео. Там есть видео пожара, там, где горят дома от взрыва.